Бывший полицейский, который сбил многодетную мать и скрылся с места аварии, взят под стражу. Решение о такой мере пресечения для экс-служителя закона принял суд Нязепетровского района. Известно, бывший сотрудник правоохранительных органов на своей Toyota Avensis сбил 42-летнюю велосипедистку, оставил ее на обочине и скрылся с места ДТП. Мать четверых детей от полученных травм погибла. Позже лихача задержали. 45-летний экс-полицейский управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Пока идет следствие, мужчина отправлен в СИЗО на 2 месяца.